сознание Экзо в сети Вексов. Дирижер пытается обрести контроль над всей Солнечной системой. Она грезит о золотом веке. Но что он для нее? Глядя на ее методы, не очень-то верится в ее великодушие. Но она наверняка перечеркнет все, чего мы добились после коллапса. Нельзя этого допустить. Императрица Каятль считает, что местный легион теней возглавляет отступница Псион Ерикс. Это объясняет их интерес к исследованиям Майи и Эхо. Оно не только даст Ерикс доступ к сети личную систему. Эхо позволяет управлять Вексами, но эти полностью в ее власти. Она изменяет Вексов так, чтобы они служили ей. Вексы хоть понимают, что делают? Thank you.